Ну а прямо сейчас давайте наконец-то займемся утренней гимнастикой. Хочу отметить, что лето не за горами, и красивое тело само собой не появится. Поэтому готовиться к сезону купаний нужно уже сейчас. А если вы не хотите пропускать занятия по йоге с Марией Шакировой и в выходные, то смело заходите на наши странички во ВКонтакте и Одноклассниках. Для вас доступны все выпуски утренних зарядок. Доброе утро! Меня зовут Мария Шакирова, и сегодня мы начнем день с йоги. Садимся удобно, ноги скрещены. Выпрямляем спину макушкой, потянемся вверх. Сделаем несколько круговых движений плечами вверх и назад. Остановимся. Круговые движения от центра грудной клетки. Грудная клетка вправо, вперед, влево и назад. Лопатки назад. Вдох, вперед, выдох, назад. Подбородок тоже рисует круг. Двигайтесь в ритме дыхания. И несколько раз в другую сторону. Остановимся. Вдох, поднимаем руки вверх, выдох, наклон в сторону, вдох, поднимаемся, выдох, в другую сторону, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, задержимся. На вдохе поднимаемся, на выдохе в другую сторону. Вдох, поднимаемся. Садимся. Поднимаем голени над полом, руки вытягиваем параллельно полу. Прямая спина, плечи, лопатки тяните назад. Сделаем в динамике. На счет раз, два, три мы будем плавно округлять спину, прижимаем поясницу, опускаемся. На счет раз, поднимаемся, садимся. Еще раз. Раз, два, три, опустились. Раз, поднимаемся. Еще раз, два, три, опустились. Раз, поднимаемся. Еще раз, два, три, опустились. Раз, поднимаемся, еще. Раз, два, три. Здесь задержимся, несколько дыханий. Опускаем плечи, лопатки, захватываем ноги. Если получается, за большие пальцы, колени прямые. Если не дотягиваемся, можно захватить себя за голени. Несколько дыханий. Отлично. Ноги 90 градусов, стопы тянем на себя, вытягиваем руки вверх, приподнимаем плечи и лопатки, и вдох, тянемся до потолка, выдох, приопускаемся, но не ложимся, еще раз. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, задержимся, дышим. И плавно отпускаемся, прижимаем колени к себе, можно влево-вправо, приятно поперекатываться. Отпустим стопы на коврик, стопы, колени
на ширине таза. Руки уводим в стороны. Выдох, мягко, приятно скручиваемся влево. Голова на правую руку, лопатки, плечи прижаты. Вдох, вверх, выдох. В другую сторону. Еще вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Последний раз. Вдох, выдох. Подтягиваем колени к себе, захватываем руками, пятками, тянемся вперед, лопатками назад. Приятно растягиваем спину. И плавно поднимаемся, садимся. На этом наша разминка подошла к концу. Всем хорошего, продуктивного дня.